Мы не знаем. Это связано с политикой, то есть там сложно найти конечного заказчика, это связано с политикой, там просто были включены большие компании в разогревание этой истории, которые стоят серьезных денег, и я не думаю, что кто-либо там из исполнителей тратил бы свой бюджет. Какой смысл? Этот вопрос вы задавали себе очень часто, но в этом разобраться нельзя. Но точно то, с чем мы столкнулись, это не органика. Понимаете, это точно не органика. То есть это серьезная компания. Учитывая, что ее проводили диджитал-агентства, которые стоят просто одни из самых дорогих в стране, мы сделали вывод, что эта история не связана с какой-то...